Всем привет! Сегодня я пройдусь по отзывам с Google Play. Приятного просмотра! Бобер Бобрена пишет: «Я установил эту игру, мой дед увидел это спустя месяц и ворвался ко мне в комнату с какой-то ракетницей, и еще он почернел. После чего моя собака с какой-то ракетой в ж... решетка ОПЕ вылетела из окна 13 этажа, а игра понос». В отзывах Google Play находится писатель не хуже Гоголя. Мне больше нечего добавить. Ариана пишет: «Я всегда выигрывала, у меня попал легендарный». У нас есть целая спортрум. Я не понимаю такого прикола, когда половину коммента пишут капсом. Но ладно, давайте лучше смотреть дальше. За 149 мега ящиков. Да, ящиков слишком много, вообще трындец. А так вообще смешно получается, что за такое ставят целую одну звезду. Вчера Адуилбеков пишет: «Очень не нравится». Чего, блядь? Похоже, автор коммента не знает русский язык. Или это не русский, а какой-то монгольский. Или татаро-монгольский. Александр пишет: «Платный Правил Пас худший шей в этом сезоне. В том сезоне хотя бы люди накапливали гемы, чтобы потратить на Правил Пас». Так Правил Пас или Правил Пас, я так и не понял. Я думаю, что такое пишут школьники. Если это так, то почему в ихнем возрасте я уже не допускал таких смешных ошибок в писании? Ладно, давайте перейдем к другой игре. Фанаты закинул 100 гроны на кейсы Трио, открыл один и пропало, остальные 2 деньги вертайте. Данную ситуацию могу описать только одной фразой: не получилось, не фартануло. Где мои нощик? Да, если бы мы помогли Дани найти его нощик, наш мир стал бы лучше. Будь, бывает зависеть на 3 сек именно когда надо кого-то убить. Не, ну это реально пиздец от того, что надо ждать целых 3 секунды. Но в этом комменте есть очень умный смысл. Все мы зависимы от времени. Донатная помойка и точка. Но зато он один из немногих, которые поставили точку над и. Похвально. Боже, за Банти Ролтон 1337, он задолбал играть, невозможно напать себе 1000 кд, пожалуйста, забаньте его. Ролтон 1337, если ты смотришь данный ролик, то прекрати, пожалуйста. Читерить это плохо. Тюкаться нехорошо. Помойка 2. Чисто описание стендофа. Мне больше нечего сказать. Мама, я тупая, игра в мире, она мне психику портит. А что случилось, что Саша пишет: «Мама, я тупая, игра»? Это тонкий намек на шедевр-стендовчик. Настолько шедевр, что одну звезду все равно поставил. В итоге могу сказать, что со стендоффом ситуация получилась даже смешнее, чем у Бравл Старс. Теперь перейдем к особой теме. ГД. Этот ваш Geometry Dash. Я скопировал мир после того, как мой телефон перезагрузился. Я хотел его пересостроить полегче, и у меня теперь не загружается. Как у ГМД типа, у меня появляется один вопрос. Какой он там мир делал? Это сейчас про статистику или автор коммента строил уровень с названием Завороду, но он не сохранился из-за халатности разработчика. Если со вторым вариантом угадал, то будет вообще ржомба. Игра говна. Я даже не знаю, какую шутку придумать. Но это можете сделать и вы в комментариях под этим видео. Много обнов и куча доната и рекламы. Касаемо рекламы и сомнения. Не стоит путать оригинальную Geometry Dash с GD Sub-Zero, GD Meltdown и прочими подобными. Игра надоела, верните мне деньги. Может и прозвучит это цинично, но это то же самое, если вы бы пользовались своим телефоном где-то 1.5 года, но потом он вам надоедает и в магазине вы требуете вернуть деньги за телефон. Я к тому, что момент очень нелепый получился. Лондон, Британия. Видимо, он написал это не туда, куда нужно было. И да, это уже 100-тысячный экземпляр, который не знает правил грамматики, если слово Британия написано с маленькой буквы, не в обиду автору коммента. Это моя реакция на отзывы под играми. Не знаю, будет еще такое. Но спасибо за просмотр и всем пока.